Все, мы прошли регистрацию. Распаковка, чек. Сели мы прямо в Марину. Марина, выход. Как дела? Хорошо. Куда летим? Аэропорт Абу-Даби оказался очень большим, масштабным. На первом этаже вы можете купить билеты до Дубая. Автобусы едут почти каждые 15 минут на около 4-5 тысяч тенге. Доезжаете вы буквально за 1 час. Автобус доезжает до станции метро Ибн Баттута. Туда вы можете купить билеты в метро и поехать в любом направлении. Скоро поплывем. Заселяемся. Есть бонусы. Остальные напитки. Регистрация. Мы идем на завтрак. Да. Только пачка. Отель мы забронировали за 4 месяца вперед на сайте booking.com. За двоих на 3 дня у нас вышло 116 тысяч тенге с включенным завтраком. Завтраки очень вкусные, разнообразные, каждый день здесь свежие продукты, фрукты, овощи, салаты, различные омлеты, яичница, все, что вы хотите, они вам приготовят на месте. Думать, наша первая локация. Какая это будет? И куда собрались? Эти 5 красивых девушек. На минуточку, наше такси. Наша первая локация – это цветочный сад Miracle Garden. Мы успели сюда попасть, так как начинается сильная жара, и парк работает буквально до мая месяца. Цена на одного человека 9-10 тысяч тенге. Если бронировать заранее на сайте, выходит намного дешевле. Детям до 3 лет и включительно бесплатно. Следующая наша локация была очень инстаграмная. Это Souq Madina Jumeirah, торговый дом, где продаются очень классные вещи, сувениры, подарки, одежда и сладости. Обязательно здесь нужно торговаться, так вы можете спустить цену до 50%. В этом торговом центре есть такие автоматы, где можно набрать бесплатно воды. Очень удобно. В среднем чек фастфудных выходит 4-5 тысяч тенге на одного человека.
Далее мы отдыхали в бассейне при самом отеле, так как у нас был запланирован активный отдых в Дубае, и не было времени поехать на пляж. Мы максимально отдыхали здесь. Мы выезжаем на круиз. Жарығыма, тынысың тарылды ма? Балқиды тамыр неге дар? My feeling for you will never die. Девочки танцуют, расскажу вам немного про круиз. Забронировали мы в Инстаграме, очень много, кстати, таких услуг. Здесь главное обратить внимание на качество, поэтому, когда вы бронируете, обязательно спрашивайте, какой у вас лайнер, какой круиз, какая там будет кухня, что немаловажно, потому что мы это все не учли, и началось ожидание реальности. Ну, в принципе, $35 с человека, оно того стоит, поэтому обязательно попробуйте. Второй в Дубае мы собираемся на сафари. Но перед сафари у нас еще есть пару локаций, куда мы должны зайти. Потому что мы еще не успели. Вчера за один день, ну за один день мы вчера успели много куда. Сейчас покажу вам реальность, отличную от картинки инстаграмной. Наш бэкстейдж, как мы готовимся. Hello, у меня горят губы. Hello. حبيبي يا نور العين ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي
стоим в очереди, чтобы с торгового центра حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي на сафари. Бронировали мы его там же, где и круиз. Здесь цена выходит $25 с человека. Также включен ужин, шведский стол, где кухня ливанская, арабская, индийская. Очень интересные впечатления остаются после сафари, поэтому обязательно советуем попробовать. أجمل عيون في الكون أنا شفتها الله عليك الله على سحرها أجمل عيون في الكون أنا شفتها الله عليك الله على سحرها عيونك معايا عيونك كفاية عيونك معايا عيونك كفاية تنور ليالي наш трип в Дубае. 3 дня. И теперь мы начинаем путешествие в Абу-Даби. Эта локация у нас была маст-визитом еще до начала поездки, так как мы очень хотели увидеть здесь пингвинов, не пожалели денег, заплатили 47 тысяч тенге за одного человека. Советуем покупать заранее на сайте, так выходит намного дешевле. Также из-за того, что мы не успели заселиться в отель, мы были с чемоданами, где за хранение платили отдельно 16 тысяч тенге за 6 чемоданов. Поэтому советуем, естественно, ехать туда без багажа. Но скажу вам одно, то, что цена полностью оправдывает все эмоции и впечатления, которые оставляет это место.
Сегодня прекрасный день. На завтрак. Сегодня идем купаться на пляж. Валяться. Мы выбрали этот отель, потому что у него есть свой частный пляж. Из-за последних событий, когда был сильный шторм, государство запретило, администрация запретила здесь плавать. Поэтому нам организовали бесплатный трансфер до общественного пляжа. Сейчас поедем туда после завтрака, посмотрим, как там. Конечно, немножко обидно, что так получилось, потому что мы планировали именно в Абу-Даби отдыхать, лежать, не двигаться, не выходить. Ну, придется выйти. На территории отеля есть такая вот мини-Венеция. Если вы впервые здесь, то нужно знать то, что вход начинается именно вот с этих двух зданий. И вход возможен только через подземный переход. Здесь же вы сразу можете купить себе байки, поесть, так скажем, мини-торговые центры. И отсюда сразу переход. Чтобы войти в мечеть, оказывается, нужно взять билеты. Нас отправили обратно сюда, напротив Бургер Кинга. Есть якобы регистрация. Потом нам выдают билеты. Попробовать сегодня прийти в ресторан. Мороженого. Бутика.